Расскажите, пожалуйста, о проекте «Моя новая полиция». 100 дней в полиции сегодня открывается фотовыставка. Чьи работы вошли в эту фотовыставку? И какую цель вы преследуете, собственно, вот этим мероприятием? Что хотите показать, доказать? Ну, Центральная городская библиотека и 4 нашей библиотеки филиала, номер 5 это Брестка, номер 16 это Сертировки, номер 12 это район Сертировки, Ленинский район, и номер 18 Корабельный район, в общем-то, во всех районах, приняли участие в проекте, всеукраинском проекте, который реализуется не только в нашей области, но еще в нескольких областях Украины под названием «Моя полиция. Підтримка громадської підтримки реформи національної поліції». Цей проект реалізується совместно з міжнародною організацією Бюро міжнародних дослідувань і обмінів IREX Україна при підтримці посольства США і Міністерства внутрішніх справ. І головна його задача – показати, создать в библиотеках среду общения жителей, членов территориальной громады, людей самого разного возраста, познакомить с новой патрульной полицией. Сейчас в Украине идет реформа национальной полиции, и патрульная полиция стала вот первым авангардным, скажем так, отрядом, где прошла реформа. 6 декабря у нас начала работать патрульная полиция в городе Николаеве. И, в общем-то, сейчас, вот в эти дни, исполняется 100 дней работы. Есть такой временной отрезок, когда принято подводить маленькие итоги. Вот эта выставка и стала таким своеобразным подведением итогов, эта выставка, в которой приняли участие все желающие фотографы, как аматоры, так и профессиональные фотографы. Приятно, что на фотовыставку фотографии отбирались на конкурсной основе. И среди наших участников есть и николаевцы, и киевляне. Среди наших участников, я имею в виду авторов фотографий, есть люди, которые занимают государственные посты, госслужащие, есть представители патрульной полиции, и есть просто увлекающиеся люди, для которых фотография – это творчество, это самореализация. И, конечно, всего у нас участников 8 фотографий. Мы, безусловно, мы могли бы разместить гораздо на выставке больше фотографий, не хватает возможности. 20 фотографий входит в фотовыставку, 8 авторов. Помогал оформлять выставку известный в городе искусствовед, куратор художественной галереи на Спасской 45 Александра Филоненко. Мы очень благодарны и Александру. Помогал оформлять выставку известный фотохудожник Сергей Гусев. Мы также ему очень благодарны. Также мы очень благодарны всем нашим фотографам, кто принял участие. А также, конечно же, основному нашему партнеру управлению патрульной полиции в городе Николаеве. Я думаю, что данная выставка поможет показать нашу патрульную полицию в новом облике тех правозащитников, которые обеспечат и правопорядок, и безопасность в городе на новых принципах, более открытую, более для общения с громадой. И нам кажется, что такая выставка все-таки станет вот таким мостиком, одним своеобразным мостиком в доверии, в развитии доверия между нашей территориальной громадой, между николаевцами и патрульными полицейскими. Ну и в продолжение темы такой вопрос. Сегодня, вы знаете, идет процесс переаттестации сотрудников национальной полиции. Как вы считаете, вот изменится ли ситуация вообще в принципе в органах внутренних дел и насколько изменится полиция после переаттестации? Верите ли вы в переаттестацию органов внутренних дел? Сложный вопрос, немножко провокационный. Значит, те ребята, те патрульные полицейские, которые приходят сюда на встречи к нам и встречаются, мы видим абсолютно других сотрудников. И вот честно, те, кто приходит к нам, патрульные полицейские, я им верю.